Bronze medal match, 66 kilos. And we are Championat. I can remember Championat. He's trying to get me to say 2009, it's not going to happen. Say it again. 2009. 2009. Уважаемые зрители, итак, 66 килограммов. Закончились утешительные встречи, и сейчас начались финальные встречи за бронзовые медали. На ковре Б. Первая пара борцов, оспаривающая третье место и бронзовую медаль в весовой категории 66 килограммов. Амир Беруков, Дагестан, и Мулид Лампежев, Кабардино-Балкария. А на ковре С Магомед Азизов из Дагестана борется за бронзовую медаль со своим земляком Адамом Батировым. Подготовится Арсен Маиров, Расул Шукаев. Главная финальная встреча. Еще раз объявляю порядок проведения финальных встреч. Сейчас проходят схватки за третьи места, затем на центральном ковре за первое место и награждение этой весовой категории. Потом в этом же порядке проводится следующая весовая категория. На центральном ковре Амир Беруков, он представляет Дагестан, город Касабюр, мастер спорта международного класса, 22 года, занимается в школе имени Шамиля Умаханова. 10 лет тренируется у Абдурахмана Мирзаева. Лучший результат, он победитель международных турниров памяти Шамиля Умаханова и гран-при Иван Ярыгин. Его соперник Мулид Лампежев отдыхает в синем углу ковра. Кабардино-Балкарская республика, город Нальчик. Мастер спорта международного класса, 25 лет, 11 лет. Тренируется у тренера Алчева Лампежева. Бронзовый призер Кубка мира этого года. Второе место на чемпионате России в прошлом году. Выигрывал международные турниры в Италии и Польше. Достойный соперник. Магомеда Гусейна и Мирзоева.
Магомед Азиев, победитель первенства России. Бронзовый призер международного турнира серии Гран-при на призы Александра Медведя. Минск, 2008 год. Победил Амир Берукова.